Здравствуйте, мои необыкновенные, благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим его мысли, чувства к вам сегодня. Мужчина говорит, что ты открыла для меня новый мир, новую реальность. Ты мне показала то, что раньше для меня было закрыто. Ты убрала определенные страхи, которые были в моей жизни. Ты буквально сделала определенную уборку, да, моего мира. И ушли здесь негативные эмоции. Если человек болел, то здесь болезни уходят. Здесь легче ему становится. Здесь уходит негативная энергия. Если есть магия, если есть ограничения, вы все это убираете. Возможно, практики проходите. Возможно, действительно очищаете, да, пространство каким-либо образом. Да, он говорит, что у него были определенные шаблоны, да, когда мужчина не слышал свою душу. И только благодаря вам он буквально посмотрел на мир другими глазами. Ты показала мне новый мир, новую реальность. Ты показала мне то, что раньше я предполагал, но не мог никому озвучить. А ты — это отражение, да, моих чувств. Возможно, здесь идет то, что вы чувствуете, ощущаете мужчину, и ментально его очень сильно поддерживаете. Чувства покажи. Вы зеркалите друг друга, посмотрите на свое отношение к нему, и здесь будет ответ на ваш вопрос по поводу его чувств. Чувствуете, ощущаете близнецовое пламя, да? Одно сердце на двоих, одна душа на двоих, считываете информацию, поэтому посмотри на себя, да, и этот ответ уже находится внутри тебя. Ну что же, ставьте лайк, пишите «принимаю», «благодарю», подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!